будет явной на истине. Говорит Ва'алам рахимакаллах, аннал ильма лейса би касрати ар-ривая валь-кутуб. И знай, да помилует тебя Аллах, то, что знание не заключается во множестве написанных книг и во множестве ривайатов хадисов. Иннамал алим ман иттаба аль-ильма ва-суннан. Ученый – это тот, который следует за знанием и за сунной. Ва-инкана калиля аль-ильм валь-кутуб. Даже если в основе у него мало знаний и мало написанных книг. Так. وَمَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَسُنَّةَ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ. А тот, который противоречит Корану и Сунне, тот нововведенец. وَإِنْكَانَ كَثِيرَ الْعِلْمُ الْكُتُبُ. Даже если у него много знаний и много написанных книг. Понятно или нет? Самый прекрасный брат, когда ученый, у него много книг и много знаний, и вместе с этим он следует за Кораном и Сунной. Это самое прекрасное. Но бывает так, что ученый, у него мало написанных книг и не столько много знаний, в зависимости от кого или в сравнении с тем, кто противоречит Корану и Сунне. Но вместе с этим ученый именно он. Ва'алам рахимакаллах.